this, motherfucker. Прочитайте, когда муж спрашивает, где написано, что он должен мне все покупать. What's this? Написано, типа, да, ребята, всем здорово, Саныч, на связи. А что-то написано, как бы, брак заключен, типа, и все. Причем тут покупки вообще, не понимаю. Ребят, когда вы слышите, что женщина говорит, типа, что якобы брак, заключение брака, вот эта вот роспись, это типа, это же хорошо, так положено, там, и так далее. Да, ребята, вот для чего это надо. Гарантии, чтобы в случае чего тебе предъявить, ребята. И самое главное оружие, это в случае развода, это поделить твое имущество, поставить тебя на алименты, на себя, на ребенка, как бы забрать твою бабки, здоровье и так далее, ребята. Вот они не скрывают это вообще абсолютно, не стесняясь это все показывать. Вот здесь написано, ты мне, сука, обязан, и все. Вот здесь написано, все, давай. Не хочешь, разводимся пополам имущество, как бы, и все, ребята, смотрите.